Мои товарищи и друзья, совхоз имени Ленина в опасности. Чтобы страну отбить и спасти, пришлось прежде всего спасти Москву, разбить фашистов под Сталинградом и окончательно сломать их на Орловско-Курской дуге. Сегодня для нас совхоз Ленина – это наша Брестская крепость. Мы обязаны все сделать, чтобы поддержать и спасти. В этом районе было 15 хозяйств, 14 поделили на куски, распродали, уничтожили. 20 лет мы создавали оазис справедливости и социализма, лучшие в Европе предприятия. И сегодня провластные рейдеры свои хищные зубы нацелили на это хозяйство, хотят распродать и уничтожить. Мы обязаны с вами его отбить, отстоять и все сделать, и в правовом плане, и с точки зрения поддержки коллектива. Все работники обратились к нам. С одной стороны, собрать необходимые средства, чтобы поддержать хозяйство. Мы там создадим самый лучший и уникальный детский парк за народные пожертвования. Одновременно каждый должен быть готов защищать это хозяйство, так же, как защищали наши отцы и деды. Родину защищали. Поэтому давайте вместе сражаться, бороться, и мы обязательно победим.